Ребята, привет! Я к вам сегодня с поздравлениями. Мы прошли, наконец, 4 блока очень полезной информации. На цикле контакта мы заканчиваем. Я видел, и мы с Антоном очень рады, что у вас было много вопросов, много осознаваний, всякой кипучей активности в голове. Вы включились в дискуссии, это замечательно. Я надеюсь, тех осознаваний, которые вы получили, хватит надолго. Это было здорово, я вот лично очень сильно кайфанул. Но мы продолжаем. Впереди еще 9 блоков еще более глубокой информации. Цикл контакта разберем просто до костей. Все способы прерывания пройдем вот насколько это возможно. С домашними заданиями, упражнениями, ну вы видели, как это происходит. Разберем, что такое здоровый контакт и как его организовывать. Работы будет много, приготовьтесь и до скорой встречи!